разведывательных подразделений воздушно-десантных войск. Вашему вниманию представляется прохождение полосы препятствий с элементом акробатических упражнений и психологического воздействия на военнослужащих. Технически сложные упражнения выполняют военнослужащие разведывательных подразделений воздушно-десантных войск. Мы неизвестны родине лица. Мы грустно.
пиратство, это судьбы страны. Мы бросались отчаянно в пропасть войны. Много было в истории смелых и верных, но мы помним всегда о 12 первых. Это 12 отважных бойцов, небо потоком хлестало в лицо. В далеком 30-м рассыпался роем первый десант, 12 героев. Слопы натянуты пука, купола залезают в друга. Здравствуй, земля, коробки полет, эй, голубые, беремы вперед. Участки болотистой местности, крыша здания, плотка городского
которого принимается решение на спуск. И устройство не сразу же занимает позиции готовности вступить в бой. Уважаемые друзья, обратите внимание, прямо перед вами появляются многоцелевые бронеавтомобили «Тигр», которые скрытно, используя складки местности, осуществляют доставку штурмовых групп в район выполнения боевой задачи. Никто, кроме нас, мы падаем в
блестящий по траве. Захочется собраться и вспомнить о былом.